порядке. Нет, не умирайте. Вы еще так молоды. Вы не можете меня покинуть. Впрочем, я тоже молод. Я тоже не могу себя покинуть. Рио, у тебя яйца горят. О нет, моя яишенка. Полосочку. Придурки. Госпожа Анна, завтрак. А, ты же уже мертвый. Иногда хорошо быть духом. Эй, ты что выбросил? Ты что-то выбросил? Куда оно улетело? Кто видит? Эй, покажите, что там улетело? Куда ты? Ой, как вы смеете жаловаться, когда моя Элайза, моя единственная любовь, мертва? Мне нет смысла жить без нее. И вам, кстати, тоже. Как ничтожно все сущее без моей прекрасной возлюбленной. Пошел вон отсюда, это моя сюжетная линия. Господин, что мы будем делать сегодня вечером? То же, что и каждый вечер. Попробуем захватить мир шаманов и подпортить жизнь моему брату. Кажется, мы с вами преследуем одни и те же цели. Что вы можете предложить? Твой брат без своего духа ни на что не способен. Стой, ты же всегда была на стороне ее. Мне в сериале нечего делать, так хоть за злого играю. Welcome! Украсть духа – это гениальная идея. Тогда ее сам придет ко мне. Мой маленький брат наконец-то признает мою силу, мою мощь, мою власть, мой непревзойденный авторитет. О, это надолго. Узкий проход, 4 буквы. Так это же жук. Щель? Все-таки там нет же. Новую микроволновку, а дух моего брата должен принадлежать мне. Мне нравится этот план. Конечно, он мне нравится, ведь это я сам его придумал. Эй, слуга, пойди и приведи мне духа. Мой слуга? А почему мой слуга спит? А чё? Пойди и приведи. Да ну тебе. Чего? Я жажду служить. Да, может быть, чаю? Кого я там должен добыть? А, на месте разберусь. Это все, на что вы способны. Твой прадед сделал бы лучше. Да ты даже своих родителей не знаешь. Да он наверняка сделал бы лучше. Если у вас есть силы разговаривать, еще 50 кругов. И я так больше не могу. Нет, не заставляйте меня. О, моя Элайза. И ты. Бегом! Ну, давай, ящик, вещай мне. Добрый день, я Матвей. А это мой лучший друг Иисус Ядренко. Вы готовы, дети? Да, капитан! Нет, только не это, только не снова! Нет, чертов ящик! Ну, Зик, наверное, девочку хотел. Кто-нибудь, спасите! Эта демоническая коробка снова что-то говорит. Я не могу ее выключить. Что произошло? Их было не меньше сотни. Они напали внезапно. Мне ничего не оставалось, кроме как грудью встать на защиту Анны. Я бы спас ее, если бы не танки, вертолеты, флот и конница. Собственно, к чему это я? Развяжите, пожалуйста. Только спокойствие. Фауст, что с тобой? Мне хорошо, я уже вел себе морфий. А как же Элайза? А Элайза со мной. Пойдем, моя любимая. Это его торкнуло. Мастер Йо, я представляю, как вам плохо. Да мне нормально. Я готов пожертвовать своей жизнью, чтобы помочь вам. Да не стоит. Я выясню, кто похитил Анну. Рио, не надо! Стой! Нет, подожди! Так развяжите же меня! Ты выполнил мое поручение? Фомай мастер! Вот сейчас кто-то огребет! Ты кого принес? Вы же хотели девочку? Да не хочу я никаких девочек! Господин, я был у вас лучшего мнения. Идиот! Синь, ступидо! Моя хотеть духа! Си, амитамару, призрак, работа, компренде! Си, дух! Чао! Пошел вон! И ты, придурок! Чего?
Я тебя вижу. Аналогично. Зик, я решил перейти на твою сторону. Там меня обижают. Не дают мне спокойно жить. И вообще там Анна. Зик, мы принесли тебе телевизор. Куда его поставить? У тебя кабельное есть? Ну, есть. Отлично, я остаюсь. Чего? Ребят, давайте жить дружно. Фауст пошел вон со сцены. Фаусту подарили сапог. Фауст теперь свободен. Мастер Йо, мне неловко об этом говорить, но мерзкий гнусный злодей похитил вашу жену. Ваш брат Зик держит в плену слабую беззащитную Анну. Там снова эта машинная убийца, там Анна. Тут Анна, там Анна, везде Анна. Мы должны вернуть Анну, Йо без нее в конец обленится. Надо собрать все самое необходимое. А ты иди следи за Зиком. Ребята, вы что-то сказали? Эй, что вы делаете с моими вещами? А перфоратор вам зачем? Эй! Где оно? Вроде нету. Хозяина мой, мы наконец можем поесть. Кто здесь? Я здесь. Всем выйти из сумрака. Что ты сегодня сделал полезного для меня? Моя твоя не понимай, Си, моя ступида, играй гитара, мариачи, Си. А ты? Я сделал. Ты что-то выбросил? Ты что сейчас выбросил? Куда оно улетело? Что вы постоянно все выбрасываете? Куда оно улетело? Покажите, куда оно? Тело, валяющееся посреди сцены, 4 буквы. Плед. О, это снова ты. Привет, Лайсер. Зик, ты до сих пор не забрал дух у Йо. Ты не так силен, как о тебе говорят. Да я всемогущ, я вам что могу. Нет, не смотрите на меня! Средство для засасывания духов начинается на «п» и заканчивается на «есос». Пылесос? Да это же гениально! Конечно, потому что это тоже придумал я. Так где там у нас пылесос? Дамы, может быть, чаю? Ребят, может, не надо, мы без женщины обойдемся. Брат господина, я была вас лучшего мнения. О нет, как я мог оставить тебя здесь? Мой любимый, мой единственный, мой ненаглядный пледик. Смотри, Лайс, они счастливы так же, как и мы. Ага, я готов к битве. О, глупый брат, ты сам привел мне своего духа. Да как ты посмел, Зик, ты украл жену мастера Йо. Она была женой Йо, но теперь она моя. Но она мне не нужна, какой же я вредный. Ты не посмеешь ничего забрать у Йо? Да! Мастер Йо легко вернет Анну! Да? Я сделаю тебя в одиночку, одной левой и даже с закрытыми глазами. Нет! Да! Давно такой резни не видел. А вообще я по делам? Господи Иисусе, меня крадут. Зик уже совсем обнаглел ее. Сперва он пришел в твой любимый дом, потом забрал твою любимую жену, а сейчас похищает твоего любимого духа. Хватит это терпеть. Зик, я так крут, что смогу в одиночку остановить тебя. Зик, я так крут, что смогу в одиночку защитить тебя. Я крут. Нет, я крут. I'm sexy and I know it.